Сегодня 6 сентября, воскресенье. Мы вышли на прогулку с Каримушкой. Тут праздник сегодня в городе. Будет даже парад колясок. Если на него успеть, тоже сходим. Вот, скажи привет. Привет, привет. Вот наши любимые фонтаны, на которых мы купались недавно. Я лично купалась. Вот, машин нету практически, перекрыли. Может, мы ему возьмем такой шарик? Я думаю, ему понравится. Давай возьмем. Привет. Да, давай. Ты можешь ставить, да? Давайте. Мы завяжем, сейчас я достану. Вот, Каримочка, твой первый шарик. Колясок мы все-таки пропустили, оказывается, он был в 10 утра. Я почему-то думала, что будет он в 3 часа. Вот одна колясочка с парада тут сидит. Она похожа на такую карету. Вот такая вот коляска. Мало и желающих себя показать. Конкурс на самую креативную детскую коляску собрал рекордное количество участников. Больше 300. От команды разбойников на корабле до дракона со сказочными персонажами. Зеленый остров. Сегодня праздник. Я думала, что лифт включили, но похоже, что он еще не работает. И люди все идут пешком. Или по лестнице, или вот по этой крутой дорожке, по которой мы сейчас и поедем. По этому спуску лифт пока еще готовит, еще пока он не работает, а остальные люди по таким ступенькам спускаются. Подаем мостик, спускаюсь вот по такому длинному пандусу. Вот надпись там «Черкесск 190 лет». Здесь построили такие новые беседки с ними фонтанчиками. Вот и открыли картодром, наш первый в республике. Посмотрим. Вот, я тоже мечтаю когда-нибудь погонять на таком карте, если меня муж отпустит, конечно. Вот и наш стадион Нарт. Очень много людей сегодня. Но я немножко побуду с Галимом на концерте и пойдем. Чтобы не задерживаться так поздно.
Пиратский, пиратский, пиратский. Так, если я говорю лево руля, делаем шаг влево. Если я говорю поднять паруса, руки вверх. Если я говорю мыть палубу, вы моете палубу. Если я говорю торпеда, вы садитесь и кричите «А-а-а-а!» Громче, 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 громче! А если я говорю капитан на корабле, вы стоите ровно вот так. Так. Право руля. Лево руля. Поднять паруса. Мыть палубу. Торпеда. Капитан на корабле. Есть. А еще быстрее сможете? Так, давайте посмотрим. Право руля. Лево руля. Поднять паруса. Капитан на корабле. Так, все запутались немного. Есть. А еще быстрее сможете? Так, посмотрим. Право руля. Лево руля. Поднять паруса. Капитан на корабле. Торпеда. Мыть палубу. Так. Последний день праздника жители республики получили, пожалуй, самый приятный подарок. Это если судить по количеству собравшихся на стадионе. Выступление популярных российских артистов.
Такого количества людей Нарт давно не видел. Ко дню празднования была подготовлена большая концертная программа с участием детских коллективов, именитых спортсменов и танцевальных ансамблей республики. Орлы парят меж скал кругами, ель вековая ввысь зовет. Лоточек женский под ногами, раздор мужской всегда прерывет. Раскрасил этот день лазерное шоу, где на языке света была рассказана история республики и ее сегодняшний день. Начавшийся небольшой дождь не испугал гостей праздника. Впереди их ждал еще один сюрприз – выступление звезд российской эстрады. Первая вышла на сцену Зара. Сюрпризом стало выступление известного певца российской эстрады Григория Лепса. Зрители подпевали любимому артисту, поддерживая каждый его хит. Этот день республики и день Черкесска бесспорно стали одними из самых красочных и ярких в истории республики. Завершился праздник большим праздничным фейерверком.